улица Дегтяревская, 55. Пятиэтажный кирпичный дом 1958 года постройки. Капитальный ремонт проводился в 1994. Из-за близости с дорогой в квартирах может быть достаточно шумно. Состояние входа в парадное можно назвать удовлетворительным. Установлены домофоны. Во дворе присутствуют зеленые насаждения. Есть места для отдыха. Мест для парковки не предусмотрено. Двор заставлен автомобилями. Во дворе небольшая, частично новая детская площадка. В ближайших окрестностях находится парк, станция метро, магазины и супермаркеты. Неподалеку детский сад и школа. Хорошая транспортная развязка. Дом в удовлетворительном состоянии.